Вы смотрите канал «Улица Москвы», и в этом выпуске мы побываем на бульваре Веласкеса, названном так в честь испанского художника Диего Веласкеса и располагающегося в середине жилого комплекса «Испанские кварталы» от девелоперской группы А101. Это Новая Москва, поселение Сосинское и ближайшая станция метро Прокшина. До нее где-то 2 километра отсюда. Но также можно доехать от метро Теплый Стан. Что я и сделал. Так здесь симпатично очень. Наверное, необычно для Москвы. Все-таки данный девелопер старается строить, как-то может копировать нечто иностранное. Мы видели и Скандинавия жилой комплекс. Вот. Но я не силен как-то вот в архитектурных этих особенностях. Ну, посмотрите на эти дома и сделайте сами выводы, похожи они или нет действительно на испанские кварталы. Но в любом случае нечто необычное и отличающийся от того, что мы видели, например, в московском. Типичные вот эти московские новые районы. Московский, град Московский, туда же и Некрасовку можно отнести. Некоторые другие районы. Вот, с огромными новостройками. И причем даже не важно, формально они там к Москве относятся, там к Подмосковью они относятся. Это вообще не важно. Но здесь вот несколько по-другому. Такой вот бульварчик. Не реклама. Кстати, видел в интернете отсюда репортаж. Это ни в коем случае не реклама. Ну вот крафтовый бар 13 правил, который открыли по франшизе. Просто случайно наткнулся на ютубе. Как раз вот отсюда, с бульвара Веласкеса. Вот. Ну и магазинчики тут сетевые, понятное дело, Пятерочка есть. Там, ну я не знаю, вам, наверное, не будет видно, там вот это все Мега Теплый Стан, Славянский мир. Можно видеть вдали. И что там, какие-то другие еще торговые комплексы. Тут может даже и меньше 5 километров. Вот такие вот улицы, бульвар Веласкеса и улица Сервантеса, появились среди нового жилого комплекса. Может, кто-нибудь из Испании смотрит, напишите, похожи ли они на испанские кварталы или нет. Ну, может, чуть более теплые тона там использованы, чем в ЖК Скандинавии. Но они тоже интересный жилой комплекс Скандинавии в коммунарке. Ну и как и вот этот тоже. В общем-то,
Молодцы, А101. Мы будем закругляться.